Здорово! Ты находишься на канале Криптонация Лайф. Мы сегодня рассмотрим новые возможности EDC коина и EDC блокчейна, ну и проекта в целом. Давайте рассмотрим данный проект с точки зрения его использования в рекламном бизнесе. Что может дать использование данного проекта в этой сфере? И какие возможности они получат? Давайте разбираться вместе. Погнали! Итак, как ты знаешь, реклама – это двигатель прогресса, она постоянно появляется на различных источниках. Но мы будем разбирать с вами именно интернет-рекламу, потому что она является более эффективной. А остальные традиционные методы, они начинают устаревать. И они привлекают все меньше и меньше аудиторию, процент проникновения становится все меньше, и его очень сложно просчитать. Поэтому в дальнейшем мы понимаем, что реклама вся будет персонализирована. И уже существует множество больших центров, которые получают информацию о вас, которые изучают, что вас интересует, что вам нравится, и насчет этого они выдают вам рекламу. Они выдают именно те продукты, которые вас могут заинтересовать. С одной стороны, это плохо, то что в вашу личную жизнь суются вот эти корпорации, с другой стороны, они выдают вам именно те продукты, которые вас интересуют. И соответственно, все то, что вас могло просто отвлекать и вам было не нужно, оно вам не показывается. Реклама будет контекстной, она является персонализированной, и в дальнейшем она будет появляться как в VR, так и AR пространстве, ну и конечно же в интернете, потому что сейчас все пользуются интернетом, и там очень большое количество рекламы, потому что она является очень продуктивной. Но сейчас используется платформами фиатная система для того, чтобы заказывать рекламу. А что будет, если использовать блокчейн-систему, особенно такую систему, как EDC? Как ты знаешь, если, например, использовать блокчейн эфириума или блокчейн биткоина, то они больше подходят для крупных транзакций, потому что там идет высокая комиссия. У блокчейна EDC идет небольшая комиссия, и для точечной рекламы оплаты каждого пользователя это действительно очень выгодно, потому что здесь будет намного меньше издержек, более высокая скорость, комиссия за транзакцию на EDC блокчейне, если пересчитать в рубли, то менее 1 копейки, что считаю очень-очень выгодным предложением. Поэтому на рекламные кампании это будет влиять очень положительным образом. Давайте разберемся, как можно применить EDC блокчейн в этой сфере. Итак, рекламодатель создает на платформе рекламное предложение, указывает предпочтения, пол и все интересующие его аспекты, выбирает частоту показа, а также другие параметры и пополняет баланс на платформе в виде EDC коина или же токенами, которые созданы на платформе EDC. Как ты знаешь, там можно в конструкторе монет создавать свои собственные токены, которые будут получать преимущества данного блокчейна. Реклама будет показываться пользователям интернета, а с рекламодателя будет списываться сумма в EDC только тогда, когда пользователь кликнет на эту рекламу, зарегистрируется на сайте или же перейдет по этой ссылке. Это стандартная схема работы, но сейчас там используются фиатные средства, которые утяжеляют работу, которые делают ее более дорогостоящей и невыгодной, а также скорость транзакции уменьшается. Здесь же с EDC коином здесь будет все намного быстрее, безопаснее, прозрачнее и надежнее. Тем самым это привлечет множество новых рекламодателей к этой сфере. Ну а теперь давай разберем возможности для пользователей, потому что пользователей тоже нужно стимулировать на просмотр рекламы. Сейчас создается множество проектов, которые готовы стимулировать пользователей за просмотр того или иного видео, того или иного продукта. EDC Coin также можно использовать, потому что здесь очень удобный, защищенный блокчейн, классный кошелек, здесь уже создаются мобильные кошельки, которые можно использовать на мобильных телефонах. И все это будет доступно всем, от рекламодателей, также для обычных пользователей. Они будут стимулироваться за просмотр рекламы или видео, пользователь будет получать автоматическое вознаграждение в виде EDC коина, либо же токена, который вы выпустите на платформе для себя и назовете его как вы захотите, в конструкторе EDC. Это вознаграждение, естественно, будет не очень высоким, но оно также будет стимулировать всех пользователей для просмотра этих видео. Потому что, во-первых, токены будут со временем накапливаться, их будет становиться все больше и больше, ну а цена на них будет расти, потому что эти токены будут востребованы. И полученные токены все пользователи смогут тратить на различных биржах, либо обменивать на другую криптовалюту, тратить на свое развитие, обменивать ее на фиат, а также использовать ее для того, чтобы заказывать рекламу. И такой подход позволит каждому пользователю как можно меньше блокировать рекламу. С этого выиграют все рекламодатели, потому что пользователи будут стимулироваться, они будут получать токены или коины за просмотр того или иного продукта, и они не захотят закрывать эту рекламу, не захотят ее просмотреть.
просмотреть. И тем самым реклама будет действительно работать. Она будет привлекать все новых и новых пользователей. И, возможно, этого пользователя, который не знал об этом продукте, его заинтересует этот продукт, и он его купит. Соответственно, реклама станет более эффективной. Вот так EDC Coin и может помочь рекламному бизнесу. Здесь еще есть множество возможностей, которые вы можете изучить на сайте. Там есть и конструктор монет, и возможность лизинга, выпуска токенов и многого другого. Очень интересный проект, которому стоит присмотреться. И там есть, конечно же, неограниченные возможности, которые дают их коин с очень низкими комиссиями и их уникальный блокчейн, защищенный, безопасный и быстрый. Если вас заинтересовал данный проект и эти возможности, напишите комментарий под видео, поставьте лайк, подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А на этом у меня все. Покедова!